над землею вставала, поднималась Россия. 22 июня – День памяти и скорби. В парке «Патриот» военнослужащие почтили память погибших героев и принесли частицу вечного огня, который был зажжен в газовой лампаде. В 4 утра у Вечного огня в Одинцове состоялась акция «Свеча памяти». Почтили память героев члены общественной палаты, представители ветеранских организаций, одинцовские единороссы и жители округа. Воспоминаем всех наших воинов, ветеранов, победителей в этой страшной Великой Отечественной войне. Акция важна для наших поколений, подрастающего поколения, которые видели патриотизм и сейчас ведут большую патриотическую работу вместе с ветеранами. Принять участие в патриотической акции смог абсолютно каждый житель округа. Взрослые дети пришли почтить память павших на полях сражений. Этот день очень важен для нас, и мы каждый год приезжаем сюда и вспоминаем наших бабушек и дедушек. Как известно, здесь, у мемориала славы «Вечный огонь», захоронены воины, погибшие в годы Великой Отечественной, в госпиталях которые были расположены на территории Одинцова. Участники акции уверены, что помнить о подвигах героев важно не только в знаменательные даты, но и каждый день. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».